На полях Восточного экономического форума Камчатка, Сахалин, Приморье и Чукотка подписали соглашение о развитии круизного туризма. Подписи под документом поставили главы дальневосточных субъектов. Соглашение предусматривает совместную разработку и продвижение межрегионального круизного бренда Pacific Russia. Включение всех четырех субъектов в маршрут круизных операторов фактически создаст Восточное кольцо России. Напомним, что развитие круизного судоходства на Камчатке стало возможным благодаря поручению президента по реконструкции причальных стенок и принятию разработанного Ириной Яровой закона о круизном судоходстве в России. Закон создал правовые основы для этой деятельности и снял административные барьеры для захода туристических судов в порты Дальнего Востока.